Всем привет! Меня зовут Котельникова Дарья, я мастер спорта России по художественной гимнастике. И добро пожаловать на канал Imagine Fitness. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. И сегодня эта тренировка специальная для мужчин. Для тех, кто занимается в тренажерном зале, для тех, кто сидит в офисе, для спортсменов, для всех-всех-всех мужчин. А для тех, кто хочет максимально крутой результат, более системный подход к тренировкам, чтобы я лично контролировала ваши успехи и результаты, у нас есть онлайн-курс. Более подробно вы можете посмотреть ниже в описании. Записывайтесь, я буду вас ждать. Что, мужчина, приступим. Начинаем с головы. Право-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Отлично. Плечики вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Ручки на плечи, вращение назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Пять, шесть, семь, восемь. То же самое с прямыми руками. Раз, два, три, четыре. Вперед. Пять, шесть, семь. Молодцы. Вперед, назад. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Вверх-вниз. Пять, шесть, семь, хорошо, восемь. Молодцы, потянули одну ручку вперед. Раз, два, три. Другая. И раз, два, три. Хорошо. Четыре. Локти. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Отлично. Восемь. Кисти рук. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Скручивание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Наклончик вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Еще пять, шесть, семь. Молодцы. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Хорошо. Наклон вперед. Раз, два, три. Молодцы. Четыре. Колени прямые. Пять, шесть, семь, восемь. Прогиб назад. Раз, два, три. Еще. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ниже, ниже. Семь. Назад. Ага. И раз. Упор на копчик. Два, три. Хорошо. Четыре. К правой ножке. И раз, два, три. Растягиваем задний пояс бедра. Четыре, пять, шесть, семь. В другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Восемь. Ручки на коленочки, коленочки. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Стоп. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Хорошо. Потянули пальчики. Раз, два, три, четыре. Другая. И пять, шесть, семь. Молодцы. Разминка закончена. Переходим к основной части тренировки. Отлично. Сядьте, пожалуйста, вниз. Подготовьте какую-то поверхность. Возможно, вы тренируетесь в зале. Тоже найдите какую-то поверхность. Первое упражнение на стопы. Это хорошее упражнение для профилактики плоскостопия. Стопы на себя. Сильно-сильно на себя. Колени прямые. Плечики расправили. Ручки сзади в упор. Стопы на себя. Раз. До пола. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь. По кругу. И раз, и два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Отпустили. 8. Хорошо. Согнули одну ножку. Сейчас тянемся к правой ноге. Раз. И два. И три. 4. 5. 6. Молодцы. 7. И держим. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Молодцы. 8. Поменяли ножки. Хорошо. С другой то же самое. Наклончик. Раз. И два. И три. Хорошо. 4. 5. 6. 7. И держим. 8. И раз. Зацепили за ножку. 2. Растягиваем задний пояс бедра. 3. 4. 5. 6. 7. Хорошо. 8. Да, две ножки врозь. И наклон вперед. Раз. И два. И три. 4. К правой. И раз. И два. И три. 4. К левой. Раз. Молодцы. 2. И 3. 4. Отлично. Встряхнули ножки. Хорошо. Бабочка. Коленочки врозь. И пружиним. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Отлично. Наклон вперед. Раз. И 2. И 3. 4. Молодцы. 5. 6. 7. Хорошо. 8. Хорошо. Сели. Одна нога на другую. Колено в сторону. Отлично. И как бы телом прижимаемся к нашим ногам. Раз. Тянется очень хорошо ягодицы. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Отлично. С другой. Точно так же. Поменяли. Колено в сторону и тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. 8. Отлично. Молодцы. Ставим на коленочку. Правую ножку вперед. Согнутый такой упор на колени. Сгибаем заднюю ножку. Кому-то уже в этом положении тянет, я знаю. Кому не тянет, таз мы направляем вперед и растягиваем. Под коленку подложите что-нибудь мягенькое, чтобы потом не осталось синяков. Раз, два, тело держите ровно. 3, 4, 5, чувствуйте жжение в бедре. 6, 7, молодцы. 8, молодцы. То же самое с другой. Ставим на коленочку, сгибаем ножку. Прижимаем к ягодице и давим таз вперед. Раз, два, молодцы, 3, 4, тело держите ровно, не шатайтесь, 5, 6, 7, молодцы, 8, хорошо, отлично. Сделаем пару упражнений на гибкость спины. Кошечка, я знаю, мужчины не очень любят делать это упражнение, но это базовое упражнение, которая делает вашу спину подвижной, чтобы у вас не болела спина. Прогибаемся и выгибаемся в другую сторону. Раз. И два. И раз. Хорошо, выгибаемся. Два. И раз. И два. Хорошо, сели. Ручки вперед. Я знаю, некоторым мужчинам тянет даже в этом положении, особенно стопы, колени и руки. Так что посидим немножко в этом положении. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. Легли на живот. 8. Ага. Ручки согнули, локти вверх. Прогибаемся. Раз, два, три. Отлично, 4. Это упражнение очень хорошо, когда вы сделали какие-то
упражнения на пресс силовые, и вам нужно растянуть прямую мышцу живота, и это упражнение самое то, чтобы на следующий день не болел пресс. А также на гибкость спины. Хорошо. И последний разочек. И раз, два, три, хорошо, четыре. Молодцы. Корзинка. Берем за правую ножку, за левую. Сейчас растягиваем. У нас еще грудные мышцы хорошо тянутся. Тянутся руки, бедра и спина. Поехали. А раз. Растягивайте, растягивайте. Два. Напрягайте ягодицы. Три. Опустились. Четыре. Еще. И раз. Два. Молодцы. Три. Четыре. Еще. И раз. Два. Три. Четыре. И еще один разок. И раз, два, три, хорошо, молодцы, четыре. Перевернулись на спинку. Угу. Ага, молодцы, прижимаем одну коленочку к груди, растягиваем ягодицы. И важно, чтобы ваш сустав привык к этому положению. Раз, два, три, хорошо, четыре. Молодцы, с прямой ножкой. Раз, два, три. Особенно для бегунов это важно, потому что задняя поверхность бедра очень сильно забивается. Хорошо. Молодцы. И с другой также. Прижимаем. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И пять, шесть, семь. Молодцы. Восемь. Хорошо. Сели. Одна нога с кресла. И делаем скручивание. Раз, два, три, молодцы, четыре, и в другую сторону. И раз, хорошо, два, три, молодцы. И последние пару упражнений. Отлично. Делаем выпад в сторону. Не все мужчины любят это упражнение, но это упражнение очень хорошо растягивает внутреннюю поверхность бедра. Старайтесь колено отводить как можно дальше в сторону. Можно это делать на носке, можно на пятке, кому как удобно, выбирайте. Раз, попружиним, два, три, хорошо, подержали в этом положении. Кому нужно дольше, подержите дольше. Угу. И с другой. Раз, два, хорошо, растягиваем, растягиваем, три. Четыре. Важно, особенно кто занимается боевыми искусствами, иметь растяжку. Три. Молодцы. Выпад. Пружиночка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. На другую ножку. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Восемь. Ну что, мужчины, как вам тренировка? Надеюсь, вы классно потянулись. Если вы не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Поставьте лайк, напишите комментарий. Мне будет приятно. Увидимся в новых выпусках. Пока!